Hello, guys, с вами LG Game, и сегодня мы продолжаем, как всегда, искать Йети, ну, вот такое. Да, мы наконец-то вернулись, ну, и мы, получается, решили с моими подписчиками, ну, с вами точнее, пойти на гору, наверх. Вы знаете правила видео, а если не знаете, тогда я вам напомню. Набираем 6 или 5 лайков, выходит новое видео. А если набираем 100 подписчиков, я снимаю вот эту вот маску. Да, такие вот правила. Ну, и мы сейчас возьмем вещи в сундуке. И этот текстопак тоже может быть в описании. Вы видите, какой он объемный, вот. Такое. И ссылка на прошлую серию тоже будет в описании. Так что, давай. Что нам нужно самое первое? А нам нужно... блоки. И мы скрафтим топор. Если он у нас... его нету. А у нас его нету. А, не есть. Простите. Я просто давно уже не играл. И вот, видите, в этом супаке какая листва. Она, блин, списает. Она как реально похожа на уже... листву настоящую. Вот, получается, мы рубим дерево и будем подниматься на высокую-высокую скалу. Я думаю, что этого будет достаточно, хотя нет, ничего не достаточно, и у нас уже скоро наступит, или не наступит, не наступит, тут просто темнота. Ну, вот такое вот. Рубим дерево, рубим, рубим. Как думаете, сколько нам понадобится блоков? Ну, я запасусь 2 стаками. Я надеюсь, я их очень быстро сделаю. Угу. Ну такое. Снег. Кстати, сосна, древесина темного дуба. Да. Создатели постарались на славу. Два стака. И давайте еще немножко. Ну, Йети же как-то мы должны убивать. Если он там вообще есть. Угу. Ну ладно, все. Думаю, этого нам достаточно. У нас есть железный топор. Ну и мы сейчас пойдем кушать. Такой, если еда у нас есть, еда у нас есть. Да, да, вот, покормим давай тебя. Жри! И это, я твою еду тоже поем. А вот сейчас нас ждет великий подвиг. Возьмем каменный меч. Зелье ночного зрения, топор мы положим. И что мы еще возьмем? Огниво. Снежок. Паучьи глаза нам не понадобятся. Тут может еще из этого. Ой, да, садись солнце. Нет. Мы, пожалуй, на следующий день. Пойдем. Вот сейчас поспим прям и пойдем. Ну, да, вот мы поставили. И сейчас мы будем идти туда. Это нам тоже понадобится обязательно.
И давайте еще доску сделаем. Угу, да. Все. Думаю, это нам достаточно. Угу. Ищем эту скалу. Стоп, скала же там. Вот, да, скала. Вот она. Огромная скала. Следы крови по-прежнему. И идем наверх. Тут вы видите, какие зомби страшные. Главное, чтобы скелет по мне не попал. Но он вроде бы не может по мне попасть. Интересно, сколько там блоков в высоту? Ага, скоро мы прибудем. Мы уже близко, так. Это как в рай идем. Так, ставься. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не рассказим мы о нем, и нет, и нет, и нет. А, лагает. Тут вижу сосны. А, топор не взял. Ой, ё-моё. Вау, посмотрите. Тут полянка есть. И зомбарей куча. Стоп, ой, иди нафиг. Ой, ё-моё. Ну идите нафиг. А что тут? Тут ничего. Кстати, там наверху красный факел. Вот свечи превратились в красные факела. Вот. Но не хочу вниз. Я хочу через дверь пойти, как культурный человек. Ну и плюс я думаю, что разработчик не подумал о том, что можно будет залезть наверх. Такое. Ой! Йети! Есть! Глина! Ай! Глина! Ай! Блин! Дневник Дятлова. И что? Нау Игорь Дятлов. Блин. Еда, точно. У меня же есть еда. Угу.
Да. Ай. Фух. Фото снежного человека. Все же Игорь Дятлов успел сделать снежного фото его. Да. Ой, ё-моё. Криперок. У меня сейчас идея. Как можно спуститься? Нет? Ой. Да, вода, вода. Это вода, супер. Ну что ж, мы смогли. Победить Йети, но мы не смогли найти книжки. Ну и мы смогли плавно как раз спуститься. Вообще, мы смогли уже Йети одолеть. Ну что ж, теперь осталось положить снимок. Угу. Так. И теперь нужно положить снимок. Господи, почему? Ну, вот такая вот концовка, что я просто-навсего умираю. Да. Вот так вот. Ну ладно. Надеюсь, вам понравилось. А с вами был LG Game. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Подписывайся на мой твиттер и на инстаграм. Подписывайся на вконтакте и на мой канал. Каждую субботу ждите новое видео. Все, это Егор Крид. Большой палец вверх.